меня, ты осознал, что ошибся или нет? Я тебе говорю, я вычислил, короче, ты общаешься с азербайджанцами, да? Много ты провокацию делаешь. Какую? Ты одну скажи, которую я оскорблял армянскую нацию. Нацию не оскорблял, именно общую нацию. Может быть, серьезно? А тебе мужества хватит нет. Извиниться передо мной? За что? За что ты оскорбил меня? Ну, все оскорбили, значит, причины были, я тоже оскорбил. А ты что? Все ты оскорбляли, думаешь, я тоже оскорбил. Думаешь, что общаешься? Мужчина, который выходит и громко говорит, что он живет по понятиям, вы не знаете, кто я туда-сюда, и выходит и говорит, что, слушай, все оскорбляли, я тоже. Ты какой мужчина после этого? Баба, меня... Сказали, что ты общаешься с азербайджанцами. Говорит, ты поднялся здесь один на женщин, гонишь, как-то неправильно себя ведешь. Это по-твоему, по-мужскому, как ты себя ведешь? Ты грузин. Это знаешь, что получается? Он с женщинами только может здесь общаться, и он себя чувствует как... Сейчас могут еще десятку появиться и разговор открыть. Это меня... Да тебя сожрут с костями. Ты не понимаешь, я тебе говорю, поднялся для чего? Что тебе интересно? Что там у нас сделало так, что тебе не по сердцу, как бы сказать? Армен! Да. Если бы ты со мной встретился, я бы тебе объяснил. Все, но здесь женщины не могу тебе ничего говорить. Ты оскорбляешь, ты один человек, оскорбляешь без... Ты один человек, оскорбляешь без армянский род, понимаешь? Из-за таких, как ты, других, на других плохое говорят. Слышишь? Правильно говоришь, мужик, правильно говоришь. У меня, чтобы вы понимали, что произошло, Арам, человек, который сидел в другом эфире, оскорблял меня, не знаю, матюка, ну, я все равно не хочу, чтобы в моем эфире матюкали и оскорбляя Арама. Он пожилой человек. Он потом пришел ко мне в эфире, я говорю, зачем ты меня матюкал? Зачем? Ты хоть когда-нибудь видел, что я оскорблял нацию или что-то такое? Он говорит, нет, не видел. Говорю, узнай, приходи ко мне. Потом еще раз приходит, сейчас, в данный момент, и говорит мне, что все матюкали, и я тоже матюкал. Муж... Я слышал, что азербайджанские провокацию делаешь, защита... Вы слышали, но не видели. Ты сам своими ушами слышал это. Но ребята вам донесли меня, язык, что? Если вы старший человек, если вам доносят язык, слушай, не надо все верить, даже если вы не послушали. Вы не представьте, здесь Германия, у меня друзья есть грузинские, вы серьезные люди. У меня тоже в Германии не есть друзей, я за два часа буду в Германии, если хочу. Вот здесь какая разница, друг, кто у тебя есть? Слушай, Арам, ты должен за свои слова ответить. У тебя кто есть друг, это ничего не имеет значения. Нет, не матюкайтесь, пожалуйста. Рамона, у меня серьезные люди есть, грузины здесь. Грузины здесь серьезные все, брат. Арам, покажи хоть одного грузина. Несерьезного грузина. Арам, покажи хоть одного грузина, который тебя поддержит. Вот сайты будешь, я позвоню или... Приведи. Несерьезного грузина, покажи. Давай я разговариваю с тобой. Вот такого понятия я не понимаю, когда за спиной женщину ругаешь, а потом заходишь туда и мужчина себя называешь.